Да, то есть вот если у вас в наличии есть базовые белые розы, и вы умеете делать гортензию, ее быстро сделать, ее незатратно делать. И получается, что вам не нужно переделывать розы, все-таки в сравнении с розами, да, вчера вы делали, насколько это нелегко. И они места много занимают. Вы просто можете разбавлять цветной гортензией. Нежные цвета же есть. Причем у единички есть такие цвета, которых нет у двойки, не у тройки. И это здорово, да. Именно вот эти комбинированные композиции, они очень выигрышно тоже смотрятся. Достаточно живо, интересно, натурально. И это, ну, для вас будет выход. То есть если нужно срочно, вот человек пришел, нет, чисто белый, вроде как-то скучно. Например, если какой-то это праздник. А я вам добавлю гортензию, вот у меня есть сиреневая, красная там. Ну, вы знаете, по наличию, то, что вы можете быстро купить, да? Либо у вас уже есть этот материал. И просто разбавить цветными вставочками, и уже по-другому смотрится. Чисто белый все равно как смотрится? Конечно. На юбилей красный. Но сочетание белое с красным – это классик тоже. То есть это белое довольно часто, да. Ой, какой смех хороший. Надо сейчас ловить монетку прям. Делаем обязательно воздух. То есть как флористы делают расстояние между, да, вот здесь. Начинаем скручивать пониже, не у самого основания. Иначе у вас шапки будут очень маленького размера. И вам, конечно, это не выгодно совершенно. Вот, то есть будет потрачено больше сил, больше материала. Вот. И начинаем просто формировать с утра шапочки круглые. Естественно, у вас не по целой шапке, а такой вот, ну, по небольшой. Видите, у нее все равно кругленькая форма получилась. Ну и как бы еще нужно просто много.